IDSF International Open Standard. Добрый вечер, дамы и господа. Мы продолжаем трансляцию чемпионата Европы по спортивным танцам из города Ашдод. Сейчас финал. Европейские танцы танцуют взрослые, да? Абсолютно верно. Со мной в студии, меня зовут Игорь Шнейдерман, со мной в студии Александр Тинкельман, и я познакомлю вас с парами, которые вышли в финал. Итак, пара из Латвии. Рональдс Аблтс, Санта Виттенберга. Номер 66. Номер 70. Виктор Бурчуладзе, Валерия Агикян из России. Пара номер 73. Сергей Клюев, Элла Наумова, также из России. Пара номер 81. Игорь Потовин, Ирина Шимина, Россия. Пара номер 82. Александр Радиуш, Алиса Павлова, Россия. Пара номер 86. Артем Терехов, Ольга Морозова, также из России. Английский вальс. Шесть финалистов продолжают программу. Второй танец программы европейских танцев. Танго. И у нас на экране пара номер 70. Была на экране пара номер 70. Виктор Бурчуладзе и Валерия Агикян. Россия. Россия. Это еще одна пара из России, пара номер 86, Артем Терехов, Ольга Морозова. И снова Виктор и Валерия. Итак, пять российских пар и одна пара из Латвии продолжают борьбу в финале. Вальс Винаи. В финале чемпионата Европы по европейским танцам. Венский вальс. Пара номер 66 из Латвии, Рональдс Аблтс и Санта Виттенберга. Единственная нероссийская пара в этом финале. Трудно бороться, я так понимаю, с российской школой? Конечно, в России очень высокий уровень танцевания, очень много очень сильных, хороших пар. Четвертый танец финала «Фокстрот». Медленный «Фокстрот». La la
by your birth, and that's what I always hear when you sigh. Never did my worth, and could I be ways to reveal. Пара номер 82 в этом финале — Александр Радюш и Алиса Павлова из России. Накидка закрыла Алисе лицо, вот если вы обратили внимание, наши зрители, и они продолжали танцевать, продолжали двигаться. Конечно, это все очень опытные пары, и такая небольшая помеха не остановит пару в танцевании. Ну вот сейчас последняя возможность судьям выставить баллы, в результате которых определится победитель, определится первое, второе, третье места. Сейчас последний танец финала европейских танцев. Quick Step, быстрый фокстрот. Я должен заметить, что несмотря на то, что ребята танцуют уже свой четвертый тур в этом соревновании, выглядят все очень свежо, бодро, и энергично, и бодро. Настоящие спортсмены. Небольшое столкновение. Ну, сейчас некоторое время займет подведение итогов, а пока вот мы сейчас переходим, пожалуй, к центральному событию чемпионата Европы. Это финал чемпионата Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Это высочайший уровень. Это самые лучшие танцоры Европы. Наверное, без преувеличения. Могу я это сказать, Саша? Конечно, вы абсолютно верно говорите.